Привет! Приходите на мой канал, подписывайтесь, я вас очень жду. А сегодня мы с вами приготовим похлебку вегетарианскую с капустой и сельдереем. А для этого нам понадобится 3 литра воды, половинка вилочка капусты, 2 крупных помидорины или 3 столовых ложки томатной пасты, 4 стебля сельдерея, небольшой кабачок, морковка небольшая, перец болгарский, 1 штука, зелень, пучочек, половинка лимона, 2 столовых ложки муки, 1 чайная ложка перца молотого и 1 неполная ложка столовая соли. Ну вот и все, поехали. Кабачок режем на 4 части и вот на такие треугольнички. Перец очищаем от семян и плодоножки и режем на такие части. Морковь режем на тоненькие кусочки. Сельдерей режем на кружочки. Капусту режем соломкой. Помидорку заливаем горячей водой, кипятком. Оставляем на несколько секунд. Режем крест-накрест. И очищаем шкурку. Режем небольшие кусочки. Лук репчатый режем мелко. 3 литра вскипятили. И теперь высыпаем капусту, морковь, сельдерей и лук. И добавляем соль. И варим 10 минут. Варим 1/4 стакана бульона овощного и отдаем остыть. А теперь добавляем кабачок. Остальные овощи. И варим еще 20 минут. Добавляем в остывший бульон овощной муку и тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Добавляем муку и перец. Все перемешиваем. За 5 минут до приготовления добавляем сок половины лимона и зелень. А теперь закрываем крышкой и даем настояться 10 минут. Приятного аппетита!